Привет всем! Вы на канале Бумага Парашка. Сегодня мы с вами нарисуем маленького забавного утенка, похожего на тех, что плавают у нас в ванах. Игрушечный резиновый утенок. Для начала нарисуем его голову. Я специально делаю ее такой вот овальной большой, для того, чтобы он выглядел более забавным. Теперь делаем клюв, верхнюю и нижнюю часть. Рисуем его туловище. Оставляя место для шейки. Изогнутая линия для крыла. И большой полукруг, который идет от хвостика к шее. Вот так вот. Делаем ему крыло с перышками. И рисуем большие лапки, чтобы он мог хорошо плавать. Ну и, конечно же, не забываем про глаз. Сделаем такой большой, чтобы он лучше видел. Вот, в принципе, и все. Так будет выглядеть наш утенок. Осталось его только раскрасить. Я сделаю его желтым. Крыло и клюв сделаю оранжевым цветом, а лапки красные. Осталось его только обвести. Большое спасибо за просмотр. Ставьте палец вверх, если видео вам понравилось. Подписывайтесь на канал и увидимся в следующих видео. Пока-пока.